Как тут можно похудеть, вы меня спрашиваете? Спрашивайте меня, как с похудением у меня дела обстоят? Никак, вот так вот. Минус 2 килограмма. Очень медленно худеется. Так, кофе, конечно же, нет. У меня тут есть одна коллега любимая, которая выпивает весь кофе, но никогда его не готовит. Сначала мой бутербродик, а потом, наверное, вот этот сметанный пирог попробуем. Уж очень вкусно выглядит. Уходит от нас наш практикант. Уходит и уходит. Что теперь? С практикантами это всегда так сложно. Им бедным тяжело очень. Они учатся, стараются. Но столько им надо объяснять и учить, что тяжело с ними и нам, и им. Но мы все были когда-то практикантами, поэтому сама когда-то такая же была. Наконец-то наступила пятница. Впереди у меня 2 выходных. Погода у нас замечательная, 24-25 даже градусов. Сегодня у нас 28 октября. Лето к нам вернулось. Завтра мне работать не надо. А еще одна хорошая новость. Завтра к Косте приезжает бабушка, и они пойдут с ним в Кутумбу, в общем, в такое закрытое, на закрытую игровую площадку. Это значит для меня что? Что у меня настоящий выходной для себя будет. То есть у меня будет свободное время. Но сейчас надо заехать в магазин, немного закупиться на выходные, а потом в садик за Костей. Короче, взяла огурчики, суши Костя просил. Так, что еще нам нужно? Нам нужен фарш, булочки, какие-нибудь сладкие булочки для Кости. Thank you.
Тут пятничный вечер. Константин ужинает, ест свой любимый супик, суп-обжорка. Костя вообще супоед. Мне кажется, супы ему нравятся больше всего. Ужинает и ждет выходные. В общем, видите, чем мы вечером с Костей занимаемся? На коробке. Вообще это не коробка, это посылка, которую мы уже собрали. Там сладости и немного игрушек. Да, вот такой вот рисунок Костя пытается повторить на этой коробке. Эту коробку я взяла с О, работы. мама, Тут уже что? все. Теперь давай машину. Спонтанная у Кости идея возникла нарисовать машину. Сейчас я тебе машину нарисую, ты будешь раскрашивать. Бери теперь красный, машину мама нарисовала, Костя разукрашивает. В общем, посылка это для Мам, одного вообще-то мальчика. Долго объяснять. он оранжевый. Мальчику 6 лет, вот сидит, старается, разукрашивает, крась. Как тебе нравится, так крась. Так ты стараешься, да? Угу, так хорошо получается, у тебя красиво. Уже фломастер правильно держишь. Кто тебя научил в садике? Я сам научился. Сам научился. Ну, давай. Колес надо, знаешь, еще как? Чем он должен класть? Разукрасим. Подожди, я машину еще Разукрашиваю, молодец. В шоколаде весь. Сейчас докрасишь и пойдем мыться и спать, ложиться потихоньку. Заканчивается наш пятничный вечер, да? Мам, ну помогай мне. Завтра у Вот еще Кости один точечный. большие планы. Кость, красным надо красить, этот не видно. Чуть тебе помогать? Мам, он видно все равно. Мама левой рукой. Я левой не могу, я правша. Ну, плохо Оставалось. видно, я бы красным раскрасила. Подожди, я поменяю руку. Вот так мне лучше. Если бы я знала, я бы с работы белую коробочку бы взяла. Что мы будем так рисовать? Видишь, тут мамины коллеги уже нарисовали. В этой коробке было снотворное. А, колеса я забыла уже опять. Давай, делай. Забыла. Забыла. Колеса-то черные у нас. Разукрашиваем. Угу. Завтра мама на почту пойдет, вышлет эту посылочку, да? Пока вы с Омой гулять будете. Куда завтра пойдете? Долгая история. Чего, у тебя времени нет мне рассказать? Нет. Не хочешь? Нет. Ну, секрет? Ну ладно. Ваши дела будут, да? Мама своими делами будет заниматься, ты своими. Занятой парень. История долгая. Я здесь. Уже похож, да? Ну, конечно, похоже. Ты такой Пикассо. Пикассито, я бы сказала. Здесь нормальный. Нормально. Красивая полянка. Все, готово. А теперь дом он самый сложный. Блин, я и забыла. Тут еще дом. Я думала, мы уже закончили. А куда мы его впихнем? Я не оставила места для дома. Давай на другой стороне. Чё ты? Чего? Дают-то. Чего? Ничего. Давай будем. Что-то ругнулся, что ли? Знаешь, где мы дом будем Где? рисовать? Где? Такой, он сюда не влезет между деревом и облаком. И Да? село. Чего тебе село на? Облако село одно видно будет.
Теперь делать, как решать эту проблему, Кость. Мам? Да? Давай белую крысу. Она на высоте. Да куда ж ты его влепить-то хочешь? Здесь уже нету места для дома, ты понимаешь это? На класс. Светит? Я не знаю, куда мама! Уже. Может, без дома? Может, дом на этой стороне нарисуем? Вот здесь? Нет. Без дома не обойдемся. Кость, ну куда вот его? Впихнуть. Куда впихнуть? Сюда. Все равно облако, не жалко. Ну, облако зарисуем тогда. Да? Или проблему. Вот сюда в бок впихнули домик. Да. Поменьше, да? Давай разукрашивай. Антенна такая еще. Что ты смеешься? Напили косяк, все пошло, да? Ничего страшного. Доброе утро. У нас уже суббота. У нас уже 12 дня. Я Костя уже давно в Кутумби. В закрытой игровой площадке. У меня сегодня весь вечер свободный, весь день свободный. Короче, сегодня мой выходной. Я вот собралась уже в гости. Сейчас волосы подсохнут немножко и пойду. В гостях меня ждут голубцы. И вот тут вам немножко Костину лабораторию показать. Он, в общем, вот инструкция лежит. Замочил яйцо. Ой, оно уже разваливается. Ой, господи, лучше не трогать, а то слезы будут. В общем, настаивается у него здесь, в его лаборатории, вот такое вот яйцо, из которого должен выколупать Костя потом динозавра. Инструменты готовы. Помощника здесь себе поставил. В общем, придет домой и будет занятие. Если оно, конечно, уже не распадется, потому что что-то прям, наверное, долго оно в воде. Ничего, Костя разберется, думаю. В общем, художество. Вот на этом он остановился. Такую красоту нарисовал. Так что надо сегодня еще попасть на почту. Ну, беру вас, короче, с собой. Будем вместе делать голубцы.